Три Петербурга устраняют крупную аварию на магистральном трубопроводе. Ночью на одной из крупнейших площадей города, Светлановского, хлынул поток воды. Затопило и саму площадь, и все соседние улицы и проспекты. Сейчас в городе около 20 градусов мороза, так что вода быстро застывала. На месте работают спасатели и техники. Они чинят трубу и убирают с проезжей части остатки воды. А жители Петербурга уже шутят, что власти нашли способ справиться с плохими дорогами. Если морозы не отступят, в Выборгском районе они будут идеально ровными. Вот только ехать по ним лучше на коньках, а не на машине.